Первый наш альбом «Зеркало», который мы записали в 96 году, этот альбом создавался в течение, не знаю, лет, наверное, чуть ли не 5. Вот те 11 песен, которые в него вошли, они очень много изменялись. Вот, в конце концов, мы решили его записывать в 96 году. И что немаловажно, на это нашлись деньги. Вот. И тогда я просто стал искать ребят, музыкантов. То есть он весь альбом был записан в партитуре, и надо было просто найти ребят, чтобы они его озвучили. Вот. И, не знаю, просто судьба нам подарила ребят, один лучше другого. Действительно, все очень и очень хорошие музыканты, и хорошие люди. А потом мы решили давать, что нам надо играть концерты с эльфийской музыкой, с вот этой вот программой. И тогда я просто им снова всем позвонил, и мы собрались. Но теперь, поскольку мы даем концерты очень часто, ансамбль очень большой, чуть ли не на каждом концерте бывает, что кто-то из ребят не может играть. И тогда мы стали искать замены, и сейчас уже практически каждый член ансамбля, он имеет себе замену. Вот.